Специализированное, предназначенное для спасательных работ, которое позволяет организовывать такие сложные вещи, как спасательные переправы, очень быстро, эффективно и, главное, с большим уровнем безопасности, чем другие средства. На протяжении нескольких тренировок мы работали с новым снаряжением и с новыми техниками организации спасательных переправ. Вот сейчас можно сказать, что навыки в достаточной степени спасателя закрепили. Естественно, эти тренировки будут продолжены на будущий год. Сейчас у нас зимний период, и наша следующая задача – это подготовка к лавиноопасному сезону. Тренировка закончена. Всем спасибо.